Мы много работали в советское время в мультфильмах. Там немножко посвободнее было, поэтому можно было писать музыку, не являясь членом Союза композиторов. Вот, я написал много музыки такой, 15 мультфильмов на моем счету. Замечательный есть мультфильм «Обратная сторона Луны» с Александром Татарским. И вот с Юриком Калишевым мы сделали мультфильм. И главный герой там был зайчик. И Юлик Калишев собрал труппу и говорит: ребята, понимаете, в чем дело? Вы должны понимать при озвучке, что это не просто зайчик, а это фильм про одиночество человека в нашем ужасном советском обществе. А у нас оператор был, который отсидел 15 лет в сталинских лагерях. И он встал и говорит: ребята, ну его нафиг, у нас фильм про зайчика. Вот, я сейчас спою детскую песенку. Всего лишь детскую песенку. Она написана в 1956 году Агнией Барто. Поедем на арене на чеснок с дрессированным медведем, с дрессированным медведем, с дрессированным медведем. Укротитель дядя Вова от восторга цирк немеет, от восторга цирк немеет, от восторга цирк немеет. Хохочу, держась за папу, а медведь рычать не смеет, а медведь рычать не смеет, а медведь рычать не смеет, лишь сосет забавно лапу. Сам себя берет за шкирку, важно кланяется детям. Да чего ж забавно цирки с дядей Вовой и медведем. Мы сегодня в цирк поедем на арене нынче снова с дрессированным медведем. Укротите дядя Вова. Писала Агния Барто в 1956 году. Ванга отдыхает.